В эти дни мы вспоминаем армянские погромы в столице Азербайджана, которые произошли с 13 по 20 января 1990 года. Вечная память погибшим ⁇ это незаживающая боль для всех бакинцев армян. Смотрите в финале новостей программу Послесловие. Сегодня она посвящена этой трагической странице в истории армянского народа. Премьер-министр Никол Пашинян назвал последнее заявление Баку серьезным ударом по мирному процессу. Он отметил, что согласно Алматинской декларации 1991 года административные границы между бывшими советскими республиками становятся госграницами. По его словам, Азербайджан пытается генерировать территориальные претензии в отношении Армении, что абсолютно неприемлемо. Пашинян также заявил о готовности Еревана предоставить связь между Нахидживаном и остальной территорией Азербайджана на тех же условиях, на которых эту связь предоставляет Иран. Никол Пашинян прокомментировал заявление Баку относительно уточнения границы и бывших анклавов. Азербайджан поднимает вопрос четырех сел. Армения поднимает вопрос 32 сел, жизненно важные территории которых оккупированы, в том числе в Гегаркуникской области, сказал он. Он также отметил, что, знакомясь с предложениями Азербайджана по мирному договору, складывается впечатление, что делается попытка создать документ, который оправдывает будущие войны. Имеются ли признаки того, что Республика Армения считает, что при любых обстоятельствах будет только мир? Конечно нет. Об этом заявил сегодня спикер Национального собрания Армении Алан Симонян. Отвечая на вопрос, не должна ли и армянская общественность быть готовой к войне, когда Азербайджан очевидным образом готовится к ней. «У нас есть армия, мы ее развиваем, и если понадобится, то будем защищаться до конца. Но мы, конечно, не собираемся нападать ни на одну страну и не имеем никаких территориальных претензий ни к одному государству» государству», – заявил Симонян. В калифорнийском городе Ирвайн в начале 2026 года начнут строительство мемориала, посвященного памяти жертв геноцида армян. «Это один из способ, которым мы, как город, можем предоставить людям пространство, чтобы они могли задуматься о прошлом и стремиться к лучшему в будущем», – заявила мэр города Фарахан. Объемы производства ювелирной продукции в Армении в ноябре 2023 года по сравнению с ноябрем 2022 увеличились в 13,7 раз до 82,4 миллиарда драмов, около 206 миллионов долларов. По объему производства ювелирная отрасль обогнала пищевую промышленность, производство напитков и табачную промышленность, которые, как правило, по удельному весу в секторе обрабатывающей промышленности республики лидируют в первой тройке. Торговый маршрут между Арменией и Индией через Иран запустят к маю этого года. Речь идет о сотрудничестве с иранской и индийской сторонами для обеспечения беспрепятственных грузоперевозок из Индии в Армению, далее в Грузию и страны Евросоюза и в обратном направлении. Важно также разработать и внедрить стандарты электронного документа оборота. Запуск торгового маршрута позволит резко нарастить товарооборот и грузоперевозки между Арменией, Индией, Ираном, а впоследствии в Грузию, Евросоюз и в обратном направлении. Юмрийский технологический центр реализует образовательные проекты в двух армянских селах. В селе Паракар идет строительство колледжа «Ремесел искусств и технологий» имени Нышана и Аиды Караянов. Также при финансировании со стороны правительства Японии в селе Мармашен Ширакского Марза будет построен первый образовательный центр зеленых технологий, где молодежь региона будет создавать технологические решения для нетехнологических отраслей. Бюджетные расходы на образование в Армении в этом году составят 288 миллиардов драмов 720 миллионов долларов, увеличившись на 42% по сравнению с прошлым годом. Субсидии, предоставляемые правительством Республики Армения с 1 января этого года, значительно увеличиваются, в среднем на 30%. Снизятся субсидии только для Еревана и Цахкадзора, где потенциальный собственный доход значительно высокий. Симон Групп Холдингс инвестирует 3 миллиона долларов в компанию, занимающуюся импортом армянских вин премиум-класса в США – Storica Vines. Основателем Симон Групп Холдинг является иранский армянин Сэм Симон. В структуру холдинга входит более 120 компаний, самый большой из которых является Atlas Oil, один из крупнейших дистрибьюторов топлива в США с товарооборотом более чем в 1 миллиард долларов. В Армении создадут экологические патрули. Курсы обучения начнутся весной. Прошедшие их будут патрулировать леса и особо охраняемые природные территории. На прошлой неделе в административном районе Арабкир города Ереван демонтированы незаконные бензозаправочные станции на пересечении улиц Аветика-Аветисяна и Гюльбенкяна, а также улиц Арама-Хачатуряна и Акопа-Акопяна. В Ереванском административном районе Шенгавид в соответствии с международными стандартами будет построена детско-юношеская спортивная школа по фигурному катанию и хоккею. Стоимость строительства спортивной школы составляет около 800 миллионов драмов. Армянские школьники завоевали 17 наград на 20-й международной олимпиаде для учеников физико-математических классов в Казахстане – 2 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых. В шахматном доме имени Тиграна Петросяна стартовал чемпионат Армении по шахматам среди мужчин и женщин. 11 января в шахматном доме имени чемпиона мира по шахматам Тиграна Петросяна состоялось открытие 84-го мужского и 79-го женского чемпионатов Армении по шахматам. В мужском и женском турнирах будут участвовать по 10 шахматистов. Призером чемпионата Шахматная Федерация предоставляет денежные призы. Но, как отметил главный судья чемпионата Армении по шахматам Ашот Вартапетян, призы в данном случае имеют второстепенное значение. По традиции шахматный год в Армении начинается с чемпионата в Армении, с высших лиг. Это высший э, турнир армянской иерархии шахматных турниров. И в этом турнире не только определяются призеры э, чемпионата Армении, а также чемпиону дается право выступать в команде, которая в этом году будет представлять в нашу страну на Олимпиаде в Венгрии. Наибольшее количество побед в турнирах одержал Генрих Каспарян, ставший чемпионом Армении 10 раз. Организаторы мероприятия подчеркнули значимость проведения таких чемпионатов, ведь в Армении шахматы не просто игра, а национальный вид спорта, который преподается даже как предмет в средних образовательных школах. Отметим, что чемпионат продлится до 21 января. Сона Галдунс, Эрнест Харутюнов, Хайк город Ереван, Республика Армения. Эльмира Карапетян завоевала серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров на Гран-при ISSFF в Руси, Словения. До этого член сборной Армении по стрельбе Нарей Габриэлян стала золотой медалисткой. Кроме того, армянская смешанная пара Эльмира Карапетян Беник Халгатян завоевала золотую медаль на стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. А вторая армянская пара Нарей Габриэлян Геворг Мелканян завоевали бронзу. Марсельский футбольный клуб Лига Ардзив выпустил форму с армянским алфавитом, посвященную собственному столетию. В эти январские дни во всем мире армяне вспоминают жертв погромов и расправ, учиненных над армянами в январе 1990 года в Баку. Начиная с 13 января 1990 года в столице Азербайджана начались массовые погромы коренного армянского населения тысячи озверелых сторонников Народного фронта Азербайджана, рвавшегося к власти, устроили массовые погромы в Баку по национальному признаку. Беспорядки на этнической почве сопровождались массовым насилием в отношении армянского населения, грабежами, убийствами, поджогами, уничтожением имущества. Лозунги, слава героям Сумгаита, Да здравствует Баку без армян, были самыми популярными и востребованными стимуляторами агрессии. Сегодня я хотел бы частично затронуть тему черной неблагодарности Азербайджана по отношению к своим гражданам-армянам-бакинцам. Сводом в 1937 году Конституции Азербайджанской ССР людям, которые раньше называли себя а татарами, иногда мусульманами и которые составляли менее 50% населения, присвоили национальность. Азербайджанец, Образовано от искусственного названия Новой Республики. Жители Баков в советское время это преимущественно русскоязычный народ, который состоял из армян, евреев, татар, немцев, русских. Армянское население города компактно проживало в таких районах, как Завокзальный, армяникент Хутор Воровского и других. Плотно заселяло центр города. До 50-х годов 20 -го века многие вывески на учреждениях, магазинах мастерских были на русском и армянских языках. Своим интеллектуальным, творческим и физическим трудом армяне создавали новый Азербайджан и его столицу Баку. Автором государственного герба, например, Азербайджанская ССР, был художник-график Рубен Шхиян. В сфере образования среди лучших учителей по всем дисциплинам было много армян, а в вузах Баку преподавали такие видные ученые практики, как правоведы Даниил Бек, Саркисов, Манасян, экономист Арзуманян, проректор из Азербайджанского государственного университета, нефтехимики Богдан Асаров и Анисян, медики отец и сын Амиржанова, сотни других специалистов во всех областях наук. В самых различных областях медицины работало немало армян, спасших в жизни тысячи азербайджанцев за все эти годы. У истоков азербайджанского кино стоял выдающийся армянский кинорежиссер Амо Бек Назаров, поставивший в Баку ряд фильмов, в том числе по пьесе видного татарского драматурга Джабарлы Севиль в 1929 году. Первый ансамбль народных инструментов при азербайджанской государственной филармонии основал и Анисян, врач по основной профессии. Артемий Айвазян, один из основателей бакинского джаза, также жил недалеко на набережной Баку на улице Меркурьевской. В Баку жили и творили композиторы Майлян, Андроник Бабаян, певцы Кнар Григорян, Сазандарян. Видную роль в театральной жизни города играла народная артистка республики Шамкурян, заслуженные артисты Адамов, Олегров. Саркисов, это отец звезды российской эстрады Ирины Олегровой Саркисовой и другие. На весь союз прославили азербайджаны Баку комики Евгений Петросян и Карена Ванесян. На Бакинскую набережную любил приходить известный режиссер и актер Сергей Газаров. Здесь прошли его детство и юность. Самый известный исполнитель бакинского шансона Борис Давидян Бока. Всемирно стал известен дрессировщик Михаил Багдасаров. Значительный вклад внесли армяне в спортивные достижения Азербайджана. Так, первым чемпионом мира из Азербайджана стал борец Артем Терьян. Для всего Азербайджана были кумирами футболисты из «Нефтяника» Эдик Маркаров, Саша Мирзаян, Аркадий Андреасян. В Приморском парке проводили часы не только за шахматной доской. Заглядывал на огонек к любителям шашек многократный и непобедимый чемпион СССР по шашкам Виталий Габриэлян. В шахматные достижения Азербайджана внесли огромный вклад гроссмейстер Владимир Багиров и Володя Акопян. И, конечно, прославленный чемпион мира Гарри Каспаров. Трудно переоценить роль и невозможно перечислить всех армян, внесших свою лепту во все достижения Азербайджана. Это лишь малая часть. Взаимоотношения армян с азербайджанцами тогда на бытовом уровне носили вполне лояльный характер. Да, в глубине души каждого была, наверное, вековая взаимная неприязнь, и она оставляла свой след. Это, впрочем, не мешало искренней дружбе тогда между многими армянами и азербайджанцами. А потом случился приступ фашизма, таящийся многие годы в азербайджанском обществе. Все те великие бакинцы-армяне, те, кто живы сейчас, уже никогда не смогут пройти по городу, на улицах которого текла ручьями армянская кровь, пущена азербайджанскими террористами и фашистами с молчаливого согласия тех нормальных бакинцев, которые смотрели, как их одичавшие в аулах земляки убивают их соседей-армян. Наверное, это и была благодарность за все то, что сделали армяне для Азербайджана и азербайджанцев. Сложившаяся за столетие армянская община Баку прекратила свое существование. 400 тысяч армян, покинув Баку и другие города, оставили здесь не только свои очаги, но и сотворенные многими поколениями культурные и материальные ценности, которыми пользуется и гордится эта республика и сейчас. И на берегу Каспия фактически отсутствует какая-либо информация об историческом вкладе армян в развитие города Баку. Наоборот, Власти предпринимают гигантские усилия и действия для того, чтобы искоренить историческое прошлое армян в жизни Баку и придать его забвению. И как символ этого забвения армянская церковь Сурб Григор Лосаворич, расположенная в самом центре Баку, недалеко от площади фонтанов, которая когда-то буквально дышала жизнью, принимая под своими сводами не только армян. Сегодня она стоит безмолвная, лишенная креста, колоколов, как символ ушедшей эпохи. Всех благ. До встречи в программе «Послесловие» на канале «Хайк Медиа».